Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Рад сегодня всех приветствовать. Если меня слышно, видите картинку перед собой. Просьба поставить плюсики в чате, отметиться, что у нас все в порядке с трансляцией. Есть звук, есть изображение. Для тех, кто, возможно, первый раз присутствует на нашем обзоре, вкратце повторю план, то, что мы обычно с вами рассматриваем. Рассматриваем, как правило, ситуацию прошлого торгового дня с точки зрения выхода важных новостей, статистики. Отмечаем, как эти новости и статистика повлияли на наши основные инструменты. Также рассматриваем текущий торговый день, отмечаем главный и важный новостной фон, ищем возможности для входа в сделку, рассматриваем точки входа и цели по нашим операциям. Плюс мониторим уже текущее состояние рынка и текущие наши открытые позиции по инструментам. Так, ну что, вижу, народ постепенно подключается. Так, возражений пока не вижу. Ну, давайте тогда начнем. Начнем с вами, опять же, по традиции, с индекса доллара. И вчера мы с вами наблюдали в очередной раз, да, укрепление американского доллара внутри дня, соответственно, да, и своей сессии в том числе. И сейчас на текущий момент мы видим с точки зрения технической картины, у нас происходит пробитие зоны 92.47, то есть это верхняя граница нашего такого узкого канал, да, в пределах которых у нас были движения, причем движения происходили там, ну, в течение 6-7 дней, да, то есть, ну, практически 2 недели, вот именно индекс доллара находился вот в таком вот узком пространстве. Вот, это такой вот, скажем, признак, говорящий о том, что, собственно, индекс доллара у нас собирается идти на восходящее похождение и, конечно же, полномасштабный процесс укрепления, полномасштабное укрепление американской валюты против корзины из основных валют, соответственно. Вот. И, конечно, у нас с вами есть прежде всего, ну, скажем так, условия, по которым мы уже будем говорить о полномасштабном укреплении, сейчас только идет процесс, начало, да, начало формирования вот этого вот полномасштабного укрепления. В нашем случае, конечно же, мы будем с вами рассматривать, во-первых, сейчас идет процесс формирования как среднесрочной, так и долгосрочной границы минимума. И мы видим, да, постепенно вот этот разворот. И эта неделя, да, будет как раз-таки для нас очень актуальна. Если по истечении этой текущей недели, да, то есть у нас будет сформирована очередная белая недельная свеча, да, то есть мы уже на следующей неделе будем по факту говорить о моменте разворота, да, то есть и движение наверх, то есть формирование уже минимума. Разворот, долгожданный разворот, да, который мы ждали. Ждали уже, ну, скажем, август, там, сентябрь месяц, начало сентября, да, то есть у нас тоже было ожидаемо. Но сейчас вот мы видим, что вот эта вот расширенная, скажем, формация, да, которая у нас там 16-17 год присутствовала, то есть сейчас мы уже видим, что действительно там индекс доллара, да, находится на своих минимальных самых границах. И, конечно, нужно со временем ждать похождения наверх, разворота, собственно, полноценного полномасштабного разворота. Мы можем увидеть уже по факту пробитие границы 93.30, фиксации выше данной зоны. В этом случае уже мы действительно увидим и произойдет тем самым выход из вот такого вот канала, скажем так, да, с точки зрения технической картины индекса доллара. Дальше. Что касаемо евро-доллара, то есть мы видим, что евро у нас продолжает ослабляться, собственно, после пятничного вот этого, да, разворота от границ 1.20, то есть у нас было пробитие промежуточной зоны 1.19, собственно, сейчас мы постепенно двигаемся к нашей зоне 1.18, откуда мы будем рассматривать возможности продаж. И уже мы увидим наконец-таки выход из вот этого вот диапазона, в рамках которых уже достаточно давно у нас движется курс евро. Да? То есть если мы посмотрим
Получается, 25 августа мы вошли в этот диапазон, да, и вот с 25 августа по 26, да, уже месяц у нас пара евро-доллар находится вот в этом диапазоне, двигается. Разноправное движение абсолютно, и плюс попытки пробития 1.20 у нас были, да, которые, ну вот, на ближайшее время, да, которое кажется уже, ну, маловероятными, скажем так, да, и ранее тоже вот эти попытки не увеличались успехом. Вот, будем наблюдать. У нас вчера понедельник, особо каких-то важных макроэкономических индикаторов статистики у нас не выходило, но при этом все равно информационный фон у нас был достаточно насыщенный с точки зрения там различных комментариев, выступлений и так далее. Вот единственное, что можно отметить касаемо европейской сессии, вчера были данные, которые повлияли на ослабление евро. Это данные по Германии, результаты опроса от Института экономических исследований, которые указали, что деловая уверенность в Германии неожиданно ослабла в сентябре месяце, и индекс деловой уверенности упал до значения 115,2 со значения 115,9 в августе месяце. Экономисты прогнозировали, что показатель вырастет до значения 116. Ну и, конечно же, такое вот продолжающееся укрепление американского доллара тоже служит вот такому вот продолжению снижения пары евро-доллара. Вот. Что еще, да, момент вчера у нас, были комментарии от крупных политиков, да, политиков, представителей ФРС США. Вчера у нас выступал, собственно, выступал председатель, да, представитель ФРБ Миннеаполиса Кашкари. Что он отметил, самое главное, да, буквально по пунктам, то, что не видит признаков того, что экономика США близка к перегреву, так называемому, да, то есть устойчиво низкая инфляция, это загадка для него. Ну и, собственно, недозагруженность так называемого рынка труда, да, то есть инфляционные ожидания, вероятно, объясняет уже низкую инфляцию. Вот. И как он сказал, что полагаю, что на рынке труда есть слабые места, и которые не учитываются в национальной статистике. На сегодняшний момент ФРС не должна оказывать никакого давления на повышение ставок, если время, когда инфляция вернется к целевому уровню. Вот. Ну и осторожно оптимистичен, скажем так, относительно плана ФРС по сокращению баланса. Вот такие вот были сделаны комментарии представителям. То есть у нас на этой неделе как раз таки будут выступать представители, все представители ФРС, да, крупных банков Америки, уже вот с комментариями по поводу баланса, да, по поводу намеков о дальнейшем повышении ставки, то есть высказывать будут уже свои мнения. Ну, в общем-то, ну и, конечно, рынок тоже учитывает, оценивает эти мнения, особенности тех крупных политиков, которые входят в состав комитета по открытому рынку, да, то есть те люди, которые имеют право голосовать там за, либо там против повышения процентной ставки. Вот такой момент. Ну и, конечно же, все-таки ну, одно из главных вчерашних событий, комментарии представителя Кореи, Северной Кореи, собственно, вот, который выступал вчера и который в очередной раз привел рынок в панику, да. У нас вчера были ралли, так называемые, да, уже на американской сессии, что привело опять к, ну, скажем так, увеличение неопределенности, да, то есть риск и уход от риска крупными участниками, да, то есть и укрепление в очередной раз, такое вот краткосрочное, очень хорошее укрепление валюты и актив убежищ. То есть вчера у нас укрепилась иена, вчера у нас укрепился франк, и вчера у нас укрепилось золото, да, вы все прекрасно уже видели, да, и знаете. Вот, и как раз вот на фоне
очередных комментариев, да, и уже здесь, ну, такие достаточно серьезные слова звучат, да, уже о фактической войне, да, о том, что представитель КНДР сказал, что выступление Дональда Трампа, которое, в общем-то, было на ассамблее ООН, там тоже минувшие выходные, и он сказал, что вот по словам Трампа, да, то есть он объявил якобы войну уже, войну Северной Кореи, да, и Северная Корея, конечно же, в связи с тем, что была по факту объявлена война, да, может спокойно отвечать, да, там, на определенные действия, меры, и в том числе, если, скажем так, будут предприниматься какие-то действия со стороны Америки, в том числе, там, те же самолеты, бомбардировщики, которые частенько летают у границы Северной Кореи, то есть будут уже конкретные действия от Северной Кореи, да, которые будут предпринимать возможности, да, сбития этих бомбардировщиков, даже если не будет нарушено воздушное пространство КНДР, да, то есть только как только они увидят около своих границ самолеты, сразу же будут определенные действия, и это, конечно же, уже еще одна стадия, еще дальше, еще глубже уходят, да, и тут буквально вот остался действительно прецедент, если вдруг действительно такое случится, то, ну, войны, к сожалению, не избежать уже будет в любом случае, вот, и это все привело вот вчера, да, в том числе, такому вот бегству, скажем так, да, определенная паника, и мы увидели ослабление. Ослабление небольшое, ну и, конечно, самое главное, это укрепление валюты актив убежища. Вот такой момент. Вот. Что касаемо евро, да, пока на евро это никак, конечно, не отобразилось, потому что евро у нас не является, да, все-таки валютой убежища. Вот, и в связи все-таки с тем, что сейчас американский доллар пользуется спросом и есть определенные, скажем так, определенные условия к дальнейшему росту американской валюты, да, и позитивное настроение у крупных участников, эти пока позитивные настроения, видим, то есть, помогают, ну, скажем так, держаться пока американской валюте на вот текущих уровнях, да, то есть не ослабляться полномасштабно, крупномасштабно, но посмотрим, что будет дальше. Сегодня, я думаю, что все-таки со стороны Дональда Трампа будут предприняты какие-то ответные меры, ну, опять же, на словах, понятно, что он должен ответить представителю Северной Кореи, в том числе, может быть, это сегодня будет, может быть, я не знаю, завтра, ну, эта неделя, поэтому, как я уже говорил, что периодически будут возникать вот эти вот кратковременные, краткосрочные всплески, да, и краткосрочное укрепление и японской иены, и швейцарского франка, да, и золота. То, что мы видели, наблюдали, и особенность, если у нас открыты позиции, да, по вот данным инструментам, у меня вот вчера как раз-таки были открыты позиции по франку и по иене, все эти позиции закрылись в безубытке, так как у меня все уже было переведено, да, и правильно, в принципе, сделал, вот. Поэтому все закрылось в нуле, в общем-то, да, то есть всю потенциальную прибыль я вчера за счет вот такого вот резкого ослабления ну, ситуации, да, то есть укрепления этих валют, активов неожиданно было, да, скажем так. И вот эти неожиданности периодически для нас, да, они возникают. От этого никуда не деться, но при этом, конечно, нужно вот перестраховываться, да, чтобы резко не оказаться там в минусе, да, то есть из хорошего в плюс уйти там в небольшой минус. Вот такой момент, поэтому будем смотреть, что касаемо наших условий по продаже, прежде всего евро-доллар, да, техническая картина у нас говорит о том, что мы приближаемся постепенно к важной границе поддержки 1.18 и будем, конечно, наблюдать, как себя цена поведет у этой границы, плюс параллельно будем смотреть за поступающей статистикой, новостями по еврозоне. Еврозоне. Ну и пробитие зоны 1.18 для нас будет как раз таки сигналом к рассмотрению продаж. Продажи у нас будет цель первоначальная 1.1750, далее зона 1.17, ну и с пробитием зоны 1.17 конечная цель это 1.1623.
Вот, будем внимательно следить. Ну, возможно, даже сегодня посмотрим, там, опять же, американская сессия в том числе, которая, как правило, дает нам большую динамику ожиданий. Вчера вот также на американской сессии у нас очень хорошее движение, динамика была. Ну и вот, возможно, сегодня будет повторение, посмотрим. Вот. Но факт есть, остается фактом, да, именно о начале укрепления, да, американской валюты мы это видим по отношению к большинству инструмента валютным парам. Дальше. Дальше британский фунт, который тоже находится пока у нас в диапазоне. Ничего не меняется. В общем целом условия наши, которые ранее намечены, они остаются без изменений в плане открытия позиций. Ну и соответственно диапазон у нас нижней границы это 1.3448. И буквально вот недавно у нас произошел разворот формирования внутридневного минимума от данной границы очередной. При этом верхняя зона у нас составляет 1.3616. Британский фунт у нас пока пользуется спросом, общая чистая позиция по британской валюте у нас растет. Вот. Что можно отметить, да, у нас, ну, опять же, вчера особо такого ничего интересного не было в плане выхода статистики, да, макроэкономических индикаторов. Единственное, момент, что можно отметить, и все-таки то, что крупным участникам инвесторам дает повод все-таки задуматься, вчера рейтинговое достаточно агентство Moody's называется, которое приняло решение понизить кредитный рейтинг Великобритании, соответственно, со значения АА1 до значения АА2. Вот. То есть оценив уже перспективы страны как негативные в дальнейшем, и в агентстве заявили, что перспективы государственных финансов страны ухудшились, и экономика, вероятно, ожидает уже замедления, учитывая грядущий выход Британии из Евросоюза. Вот. Ну и согласно уже данному агентству, рост ВВП Великобритании составит 1,5% в 2017 году по истечению года и 1% всего лишь в 2018 году. Вот. Ну и я так думаю, что все-таки в правительстве, да, с этим, я думаю, не согласны и не согласятся. Я думаю, может быть, даже будут комментарии наверняка крупных политиков, представителей, да, Великобритании. Но тем не менее, по факту, да, этот рейтинг понижен. Соответственно, это говорит о том, что ну, вот, уже, скажем так, страна, да, возможно, будет ну, уже в среднесрочной перспективе в стране будет наблюдаться замедление, да, важных показателей, замедление экономики, замедление роста ВВП. Вот. Но пока это только ожидание, собственно, реальность пока еще, да, понятно, что это все неопределенно. Мы дальше будем следить, смотреть. У нас каждый месяц, да, выходят статистические данные, показатели ВВП. Мы смотрим, да, квартальные данные, годовые, и уже оцениваем ситуацию, перспективу. Вот, это такое небольшое давление, которое было оказано вчера, но тем не менее, да, даже несмотря на понижение кредитного рейтинга, все равно у нас, конечно же, британский фунт пользуется спросом, потому что есть самое главное понимание и ожидание, ну вот можно сказать спасибо Центральному банку Англии, который достаточно хорошо поддержал британскую валюту, правительство в лице Терезы Мэй, которое периодически также поддерживает свою национальную валюту, да, и дает повод крупным участникам инвесторов задуматься о покупке британского фунта в ожидании дальнейшего возможного повышения процентной ставки. И вот на прошлом заседании мы об этом с вами периодически говорим, да, и для вот вновь прибывших я говорю, напоминаю, что через там некоторое время, да, там следующий квартал у нас мы будем ожидать на одном из заседаний повышения процентной ставки, долгожданное повышение Банком Англии. Для крупных участников инвесторов это действительно очень огромное, хорошее событие, очень позитивное. И на этом фоне на сегодняшний момент мы видим очень хорошее укрепление британского фунта, которое будет продолжаться. Вот. Если
если взглянуть на дневной таймфрейм, то есть, ну вот мы здесь видим, что пока активные попытки роста приостановились, да, ну, скажем так, небольшое ослабление мы увидели, да, перед возможным очередным ростом. Среднесрочной перспективы мы видим очевидный рост. Да, то есть сейчас у нас идет этап, процесс формирования очередного среднесрочного максимума границы. Вот. Что касаемо продолжения роста и наших активных покупок, да, то есть здесь для того, чтобы убедиться в продолжении роста и опять же в продолжении роста общей чистой позиции по британскому фунту, мы будем наблюдать, во-первых, движение к границе 1.3616 и пробитие данной зоны. То есть уже обновление, скажем так, среднесрочных границ. Как только это обновление произойдет, мы с вами будем опять же рассматривать возможность покупок. То есть вот, собственно, предыдущие две недели мы также с вами покупали, да, ориентируясь, то есть, ну и все наши ближайшие зоны цели пока были достигнуты. Сейчас у нас в плане, да, опять же, достижение еще одной цели, но уже после фактического пробития 36.16, цель у нас 1.3879. Вот. Помимо этого, конечно, будем наблюдать за поступающей статистикой, экономическими данными на этой неделе по Британии. Вот такой момент. Пока на сегодняшний день, да, мы видим, что фунт у нас продолжает двигаться вот в таком вот диапазоне абсолютно разноправленных движений. Дальше. Дальше у нас доллар-франк, и вчера мы как раз вот увидели, да, с вами такое вот одна четырехчасовка, свеча, просто очень хорошее снижение. Вернулись мы к важной границе, но теперь уже поддержка для, собственно, доллар-франка. Это зона 96.59, и сейчас вот сегодня мы видим разворот от этой границы, ну и актуальность покупок, она возвращается краткосрочные, да, то есть здесь у нас цели ближайшие, это 0.97 ровно, 97.20, и ну конечная зона, конечно же, 97.63, то есть вчера мы по факту, да, и вчера покупки краткосрочные тоже были актуальны, то есть 97.20 мы к этой границе пришли, дальше вернулись к предыдущему внутридневному максимуму, сравнялись, да, и потом сразу же вот на фоне появившихся комментариев, да, от Северной Кореи, сразу же такое вот сильное укрепление, однонаправленное, да, укрепление швейцарского франка. Вот. Но сейчас мы видим, что постепенно ситуация нормализуется, и мы видим, что ну вот уже идет продолжение укрепления американской валюты. Тем самым внутридневной минимум у нас сформировался от границы 96.59, ну и будем постепенно наблюдать за преодолением уже предыдущих двух внутридневных максимумов и фактического достижения главной нашей цели по покупкам, это зона 97.63. То есть на сегодня также краткосрочные покупки, они более актуальны. Ну и вот как минимум, я думаю, до открытия Америки, да, и до комментариев возможных Дональда Трампа в отношении Северной Кореи, да, мы будем видеть укрепление доллара по отношению к франку. Вот. Ну и естественно, я думаю, что все-таки Дональд Трамп, это его любимое дело, да, ну вот, комментировать ситуацию, и самое главное, ответы, да, такие острые очень комментарии давать в отношении Северной Кореи, то, что может опять же в очередной раз краткосрочно привести рынок в панику и спрос, создать спрос на валюты, активы, убежища. Вот. Но это опять же все краткосрочно все-таки. Краткосрочная ситуация, в общем целом будем постепенно наблюдать. И важный момент, опять же, что касаемо среднесрочной смены ситуации вообще, кардинально, да, смены настроения, смены тренда, в дальнейшем мы ждем пробитие зоны, вот этой зоны 97.63, конечно, зона по покупкам, да, как только мы эту зону пробьем,
и обновим предыдущий среднесрочный максимум, который был у нас сформирован от этой границы. Сейчас у нас идет именно процесс вот формирования нашего очередного текущего среднесрочного максимума. Все в процессе. И если мы эту границу пробьем, да, обновим, то здесь мы уже будем говорить о, во-первых, замедлении среднесрочных перспектив швейцарской валюты, замедление роста, да, то есть сокращение сейчас идет, происходит общей позиции по франку чистой и постепенный разворот тренда среднесрочных перспектив вот, в нашем случае. Ну и в дальнейшем, конечно, мы уже будем полноценно, полномасштабно рассматривать покупки и только покупки по доллар-франку. Вот. Сейчас пока мы очень аккуратно действуем, да, потому что вот есть такие вот внешние факторы, раздражители, которые периодически очень сильно мешают нам получить прибыль, но тем не менее видим быстро очень восстановление, вот то, что сегодня у нас происходит. Все, то есть покупки на сегодня есть, они актуальны, цели есть, ждем достижения внутри дня. Дальше, что касаемо иены, доллар-иена, здесь абсолютно логичная ситуация. Вчера у нас иена японская краткосрочно укрепилась. Вернулись мы к границе 101.62. И так же, как и по франку, мы ждем разворота и формирования локального, внутридневного, вернее, минимума. Да, то есть разворот и покупки будут актуальны. Возврат. Ждем цель 112.69, ранее которую мы достигли. Ну и промежуточные границы. Для коротких целей это 112.06, 112.30, соответственно. Вот, значит, сегодня у нас особо там ничего такого интересного по Японии не было, да, в плане статистики выхода. Вот, все достаточно спокойно, тихо, и мы видим, флетовая зона создается в первой половине дня, вот после вчерашней такой вот паники. Поэтому, чтобы мы сегодня с вами среагировали, да, и рассматривали, активно рассматривали покупки продолжения роста тренда, да, то есть у нас восходящий тренд, краткосрочный прежде всего, вот, ждем разворота и дальше, ну, лучше всего дождаться, что касаемо там, возможных действий по доллар-иене, лучше дождаться открытия Америки. Вот, потому что в американскую сессию доллар-иена очень хорошо себя ведет в плане динамики, в плане движений. И вот если у нас в Америку продолжится укрепление доллара, да, и будет динамика в сторону роста, ну тогда мы уже будем, конечно же, с вами рассматривать возможность покупок. Ну и наши цели у нас есть, да, заявленные. Здесь уже каждый сам для себя выбирает там, свою цель, оптимальную зону для установки take profit. Вот, будем смотреть. Сейчас пока идет у нас процесс формирования внутридневного минимума. Ну, ждем, когда у нас закончится, естественно, флетовая зона. Дальше. Что касаемо доллар-канадца, мы видим, что доллар-канадец у нас постепенно продолжает расти, понемногу, помаленьку. Внутридневные минимумы у нас растут, да, ну и самое главное то, что нам дает повод к дальнейшему рассмотрению роста пары, да, то, что у нас правило, да, формирование восходящего тренда, краткосрочного, они выполняются абсолютно точно, на все 100%. Ну и у нас есть условия в связи с тем, что рост продолжается, и потихоньку мы подходим к нашим условиям именно по покупкам, рассмотрению. Мы будем ждать пробития зоны 1.24.11. Да, мы ранее об этом говорили, это наши условия. И постепенно мы видим каждый день, цена все ближе и ближе к этой зоне подходит, тем самым отсюда, как только выполнится условие, может быть, даже сегодня посмотрим, как только выполнится условие, мы будем с вами рассматривать покупки. При этом покупки будут у нас с ближайшей целью, она же у нас и конечная зона, это зона 1.25. Это сильная зона сопротивления. И плюс у нас сейчас идет процесс формирования очередного среднесрочного максимума. То есть у нас происходит сейчас коррекция от нашего среднесрочного нисходящего тренда. Пока у нас канадский доллар очень неплохо
укрепился ранее, да, то есть и пользуется спросом у крупных участников, инвесторов. Ну вот, конечно же, есть факторы, которые вот послужили к укреплению, да, и возможно мы будем наблюдать дальнейший рост в связи с тем, что, во-первых, есть позитивный этап роста экономики, важных макроэкономических индикаторов, инфляция, соответственно, рост цен, также поддержка, непосредственно поддержка экономики оказывается и курсу валюты со стороны роста нефтяных котировок в том числе, да, потому что Канада является крупнейшим поставщиком, да, и, соответственно, экспортером, да, нефти по всему миру. Ну и, конечно же, Центральный банк Канады, который также поддержал своей политикой, поддержал курс валюты. Недавно мы видели по факту рост процентной ставки. Вот, такое вот за долгое время впервые, да, Банк Канады поднял ставку, что, несомненно, укрепило, очень хорошо укрепило канадский доллар. Вот сейчас пока канадский доллар пользуется спросом и популярностью, но постепенно ситуация меняется, весы, да, уже могут в дальнейшем уравняться в связи с тем, что и американский доллар начинает свое ралли, да, начинает свое укрепление и рост, соответственно, в погоне за другими национальными валютами, против которого он в этом году очень серьезно ослабился. Вот, это начинается, и полномасштабно мы можем увидеть уже вот как раз-таки в октябре месяце, как я уже говорил, четвертый квартал, это вот самый такой будет квартал хороший для полномасштабного укрепления американской валюты. Вот. Поэтому ситуация может измениться, сейчас пока мы наблюдаем всего лишь коррекцию. Да, от нашего среднесрочного тренда, и в связи с тем, что у нас есть коррекция, пока мы, если будем рассматривать покупки, то очень аккуратно и с ближайшими целями, только с ближайшими целями. Вот. А что касаемо ослабления уже среднесрочных перспектив, да, и возможно смену тренда, мы можем увидеть в том случае, если у нас будет пробита зона 1.2779 и обновлен вот предыдущий среднесрочный максимум границы. Только в этом случае мы будем наблюдать. Пока мы видим, что постепенно внутри дня, да, мы обновляем внутридневные максимумы, постепенно движемся, ну и 24.11 у нас на подходе зона. Сегодня, ну, пока флетовая зона, разноправленные движения. Ждем, конечно же, открытия Америки, которое уже даст больше динамики нам. Так, далее. Далее у нас австралиец, мы видим, что австралийский доллар у нас идут сейчас активно попытки фиксации ниже границы 0.7946, и как раз таки у нас условия с вами, да, вспоминаем условия по продажам, продажи актуальны после пробития фиксации ниже, и цели у нас с вами 78.75 и конечная зона 78.27. Соответственно, на сегодняшний момент наблюдаем, то есть продолжается у нас внутри дня был сформирован очередной максимум, соответственно, да, то есть сейчас будем наблюдать за преодолением вот этого прошлого внутридневного минимума и продолжение снижения, то есть мы постепенно двигаемся, мы видим, постепенно двигаемся вниз, вот, у нас сейчас происходит формирование среднесрочной границы минимума. Ну и ослабление, конечно же, австралийца, оно должно было быть, да, потому что у нас полноценно, полномасштабно до этого у нас австралиец укреплялся, плюс наблюдается такое краткосрочное снижение цен на железную руду, что тоже влияет на ослабление австралийского доллара, ну и плюс, конечно, действия со стороны крупных участников, прежде всего представителей, да, австралийского крупного бизнеса, компании, корпорации, да, которые, ну, скажем, производители крупные, которые уже стараются снизить курс все-таки австралийского доллара, который на сегодняшний день является переоцененным по отношению к валютам-партнерам, прежде всего, да, то есть это те валюты и страны, с которыми активно сотрудничает в плане внешнеэкономической деятельности, сотрудничает Австралия, да, прежде всего это Китай, да, это Америка, Япония и так далее. Поэтому
Действия они будут, да, и, соответственно, ослабление австралийского доллара нужно ждать. Ну и помимо этого, еще один фактор, конечно же, начало укрепления американского доллара тоже имеет свой вес определенный, да, на снижение самой пары австралиец с долларом. Посмотрим. И сейчас, если уже и банки, и, собственно, крупные фонды начнут действовать, да, в плане ослабления и сокращать свои чистые позиции по австралийцу, мы тогда увидим очень хорошее движение, динамику в сторону снижения пары. Вот, пока этой динамики мы не видим, да, все-таки предпочитает в общем целом находиться у нас в покупках, но вот есть уже такие контрмеры, контрдействия, которые предпринимаются частью участниками рынка, соответственно. Вот, ну и, конечно, мы увидели вот в этом году, да, очень хороший рост. В этом году мы вышли из такого вот двухлетнего, да, диапазона, в котором у нас находился австралиец с долларом американским. Вот, обновили границы, но при этом, дойдя до сильной зоны 0.8071, да, вот, то есть сейчас мы отсюда постепенно, мы видим, разворачиваемся. Да, то есть постепенно уходя уже вниз, посмотрим. Краткосрочно пока у нас условия выполняются в плане возможности, да, продаж. Вот, ну и дальше уже главное сейчас закрепление. Увидеть ниже зоны, ну и цели у нас есть. Ждем постепенного достижения. Дальше. Что касаемо новозеландца. Новозеландец у нас вплотную подошел к условиям, которые у нас, да, условия намечены по продажам. Продажа у нас будет, если мы сегодня в том числе увидим пробитие зоны 72.42. Вот, вчера по факту мы к этой зоне вплотную подошли. Сегодня пока мы эту зону тестируем. Пока тест происходит, ложные выходы. Вот, продолжает у нас новозеландец ослабляться. И сегодня у нас была статистика. Статистика по, собственно, балансу, торговый баланс, экспорт-импорт. Ну и как мы вчера с вами говорили, как ожидалось, в принципе, у нас произошло сокращение торгового баланса, то есть увеличение дефицита, сокращение экспорта, увеличение импорта. Вот, это все происходит на фоне того, что есть факт переоцененность новозеландского доллара. И австралийцы, и новозеландцы сейчас находятся в переоцененном состоянии. Это вредит экономике, экономическим факторам развития, темпу роста экономики. Вот. Поэтому мы с вами будем наблюдать, я думаю, действия в сторону дальнейшего ослабления новозеландского доллара. Ну и плюс в связи с общим укреплением американца, да, то есть уже может быть более такие уверенные движения в сторону снижения. Ну и здесь у нас, конечно же, с точки зрения технической картины, на сегодня у нас новозеландец будет находиться на активном мониторинге, да, в плане возможных продаж, то есть ждем пробития 72.42. И ближайшая зона цели у нас 72.09 и конечная граница, еще одна зона 71.40, конечно, граница 71.16, это важная поддержка, собственно, для нас. В плане продаж, вот, что касаемо цифр, да, сегодня по статистике Новой Зеландии в августе был очередной дефицит торгового баланса в размере 1,23 миллиарда новозеландских долларов снижение, да, после, опять же, профицита, который был зафиксирован в июле месяце, 98 миллионов новозеландских долларов был профицит. Вот. Что касаемо показателей экспорта, да, то есть экспорт Новой Зеландии увеличился на 306 миллионов долларов или на 9% в годовом исчислении до общего значения 3,69 миллиарда, но при этом рост был хуже, чем, собственно, рост в предыдущем месяце, соответственно, и цифра за предыдущий месяц составляла 4,63 миллиарда долларов. То есть мы видим фактическое замедление роста, да, то есть снижение показателей по экспорту. Вот, в августе уже наибольший рост
экспортной товарной группы составили фрукты, прежде всего, которые показали прирост на 29% или на 70 миллионов новозеландских долларов до общей цифры 311 миллионов новозеландских долларов. Экспорт молока, масла и сыра упал при этом на 12 миллионов новозеландских долларов или на 2,6%. Вот, то есть август как раз таки был таким вот слабым месяцем для экспорта молочных продуктов прежде всего. Вот, ну и другими уже ключевыми изменениями в экспорте за август стали те же нефтепродукты, включая сырую нефть, которые показали снижение на 56%, то есть или там 54 миллиона новозеландских долларов, пищевые различные препараты, такие как детское питание, которые показали 50%, да, собственно, тоже, и либо 44 миллиона новозеландских долларов, уже ежемесячные изменения для главных направлений экспорта по Новой Зеландии, включая уже Австралию, да, собственно, экспорт. Здесь у нас 152 миллиона новозеландских долларов, то есть 22%. Собственно, Китай, здесь 85 миллионов новозеландских долларов, да, то есть 13%, соответственно, Европейский Союз, здесь цифра составила 33 миллиона новозеландских долларов, экспорт 8% составил. Вот. Что касается показателей импорта, импорт увеличился на 6,5% в свою очередь, то есть 301 миллион новозеландских долларов, вот, и до общего значения 4,92 миллиарда новозеландских долларов против прогноза роста, который составлял 4,8 миллиарда долларов. То есть импорт у нас увеличился и по факту, да, то есть, соответственно, по отношению к прошлой цифре прошлого периода и по отношению к прогнозу. Вот. Ну и, конечно же, увеличение было за счет, опять же, роста импорта сырой нефти, который составил 93%, и цифра 147 миллионов новозеландских долларов. Импорт машин и оборудования, который поднялся также на 13%, до значения 82 миллиона новозеландских долларов. Что касаемо импорта, да, вот, это же Европейский Союз, который был увеличен на 12%, до значения 107 миллионов новозеландских долларов, то есть это такое одно из основных, да, роста было причин. Импорт в Австралию, который составил 8,2%, да, и соответственно составил общее значение 48 миллионов новозеландских долларов. Импорт из США, который вырос на 8,2%, общее значение 37 миллионов новозеландских долларов составил. Ну и импорт из Китая, собственно, вырос на 2,7%. Всего лишь наименьший прирост, и цифра составила 26 миллионов новозеландских долларов. Вот такие у нас были цифры-показатели. В общем целом, ослабление мы увидели, и, конечно же, влияние на курс новозеландца мы будем наблюдать. Ну и сейчас мы видим, что идут уже идут попытки пробития зоны 72-42. Поэтому мы в ближайшее время будем смотреть, активно мониторить ситуацию, ну и ждем возможности открытия позиций, именно продаж в нашем случае, да, по новозеландцу. Дальше, следующее у нас на очереди — это золото. Ну и вчера, конечно, мы увидели такое очень хорошее укрепление одномоментное, краткосрочное. Сегодня мы будем наблюдать, я думаю, за формирование внутридневного минимума разворота от зоны 1311.82, формирование максимума. Продажи у нас будут актуальны, и сегодня золото тоже будет находиться у нас на активном мониторинге. Как только у нас будет сформирован внутридневной максимум, мы будем рассматривать продажи. То есть возврат к сильной границе 1300, то есть это наша основная цель. 1300 зона. Ну и дальше уже по факту пробития и закрепления ниже 1300 продажи могут быть продолжены, и цель основная наша — это зона 1289.95. А дальше уже, да, ну что касаемо продолжение снижения золота, да, ждем, конечно, пробитие, которое вчера у нас не произошло, да, вплотную
цена у нас подходила к этой зоне, но условия по продажам не выполнились. Вот. Поэтому, как только у нас выполнятся основные условия, то есть будут обновлены предыдущие минимумы, соответственно, мы уже будем рассматривать дальнейшее снижение. Ну и цели здесь у нас будет 1279.24 и 1263.52, это конечная зона. То есть сейчас у нас идет процесс формирования минимума уже на средние сроки, в том числе, да, то есть видим и важный момент, да, с учетом, опять же, вчерашние свечи в том числе, да, то есть мы увидели это формирование и ждем постепенного разворота, да, то есть ситуация постепенно меняется, мы это видим, также постепенный разворот по золоту, да, золото по отношению к американскому доллару мы тоже будем видеть, и, конечно же, такое вот полномасштабное укрепление все-таки американского доллара и тяга к рискам приведет вот постепенному ослаблению курса золота, естественно. Вот. Но периодически, конечно же, есть вот такие вот всплески, когда золото очень неплохо внутри дня укрепляется за счет того, что является активом убежища. Да, как только у нас появляется паника на рынке, да, и внешние факторы прежде всего влияют, да, геополитическая напряженность в очередной раз, которая все больше и больше, да, приводит так вот одномоментно на рынок в динамику. И возможно оно будет продолжено, да, то есть, как я уже сказал, ждем теперь от Трампа, да, комментариев, естественно, в сторону Кореи. Вот, и возможно опять всплеск, но очень аккуратно, конечно же, действую. Пока. Вот, пока эта ситуация у нас не урегулирована полностью, вот, мы будем наблюдать вот такие вот одномоментные укрепления, направленные по золоту. Но это только лишь такие вот краткосрочные всплески, но они очень сильные внутри дня. Так, дальше. Доллар-рубль, собственно, у нас мы видим ситуация. Вчера разноправленное абсолютно движение, и мы продолжаем находиться около границы 57-52, периодически, да, вот тестируем данную зону, сегодня ждем появления котировки. Ну и для того, чтобы нам поприсутствовать в покупках, в том числе, да, то есть, которые мы рассматриваем, мы ждем выполнения условий пробития зоны 57-87. Фиксация цены выше данной зоны, и цель у нас основная — это зона 58-53. Достижение данной границы, соответственно. Так, дальше. Давайте посмотрим, что у нас на сегодня будет интересного в плане информационного фона, новостей, статистики. Вторник. Так. Ну, во-первых, 15:00. Сегодня будет выступать у нас представитель ЕЦБ Питер Прет. Обратим внимание, потому что краткосрочная динамика по евро возможно вполне вероятно, да, поэтому посмотрим в 15:00, ну и завтра уже, конечно, мы прокомментируем ситуацию. Дальше, ну, видим, что в общем целом, конечно же, с точки зрения выхода статистики у нас еврозона сегодня ничего нету интересно, да, здесь ни по Британии, ни по еврозоне. Дальше открытие Америки, здесь у нас тоже видим, что особо ничего в плане статистики нету. Индекс цен на жилье единственное, да, то, что может дать небольшую динамику, и мы видим, что по ожиданиям рост небольшой ожидается, 5,8% по сравнению с прошлой величиной 5,7%. Далее выступление, которое уже, ну, больше может повлиять все-таки на динамику, выступление члена комитета по открытому рынку ФРС США, Лоретта Мейсер будет выступать, также в 17:00 продажи новых домов, здесь мы видим небольшой рост. В процентном соотношении, да, мы видим 3,3 ожидания, достаточно позитивно. Далее, так, выступление члена комитета по открытым рынкам ФРС США, Лейл Брейнард будет выступать. Далее, также сегодня будет выступление Джанет Йеллен в 19:45. Видим, что обозначено событие как
важное, но при этом особой динамики ждать нам сегодня не придется. То есть, ну, лучше не ждать в принципе, да, потому что, конечно же, основные комментарии Джанет Йеллен уже дала на официальной своей пресс-конференции на прошлой неделе, да, уже по факту двухдневного заседания ФРС. Так, сегодня также будет размещено у нас двухлетние облигации в 20.00 и информация по отчету от Американского нефтяного института по коммерческим запасам нефти в 23.30 на сегодня. Будем смотреть. В основном, конечно же, я думаю, что основную динамику, основной фон будет создавать именно комментарии крупных политиков, представителей ФРС США и членов комитета открытого рынка. Вот, ожидаем. Так, далее в ночь у нас со вторника на среду, здесь у нас индикатор потребления, это у нас Швейцария, ну и видим, что это у нас уже утро 9.00, ночью вообще у нас ничего нету, да, в плане статистики, все будет достаточно спокойно, и это хорошо на самом деле. Это даст нам возможность уже оценивать именно техническую картину больше, да, ну и на сегодня мы видим в общем целом статистических важных данных у нас нету, но при этом есть важные комментарии события, ну и не забываем опять же про геополитическую напряженность, да, и комментарии, которые должны быть со стороны президента США Дональда Трампа, да, в отношении вот Северной Кореи. Вот, напряженность она есть периодическая, поэтому возможно такое опять же краткосрочное укрепление валют и активов рубеж. Очень аккуратно при этом действуйте, да, то есть особенности те, кто открыты, открывает позиции, да, по данным активам, старайтесь сразу же, как только позиция выйдет у вас в плюс, стоп-лосс передвигать в безубыток перед открытием американской сессии, собственно. Ну а дальше, если никаких комментариев не будет, конечно, у нас доллар продолжит свой рост по отношению к данным валютам и активам убежищам. Вот. Сегодня хочу всем пожелать хорошего настроения, удачи, продолжаем, собственно, наращивать, да, позиции, прибыль, соответственно, пока у нас все в соответствии с нашими ожиданиями, прогнозами, да, будем сегодня и в том числе на этой неделе мы постараемся, конечно, постараемся с вами заработать в очередной раз. На сегодня у меня все. Со всеми прощаюсь. Завтра 8.45 также встречаемся. Ну и посмотрим, что у нас на сегодняшний день было интересного. Ну и не забывайте на активном мониторинге золото, новозеландец в том числе. Со всеми прощаюсь. Всего доброго и до скорой встречи.